بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله الحمد لله الذي أنار العقول بنور العلم فأزال عنها غشاها والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنتك القمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры الحمد لله еще один день прошел из месяца Рамадан завтра иншаллах начинается عشر أواخر последние 10 ночей последние 10 дней месяца Рамадан Эти особенные дни, Ашра-Авахр, они особенные дни в исламе и в сам месяц Рамадан. В этот, как Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал, инна, вообще весь Коран, тот, который мы с вами читаем, проходим, тафсир, Аллах Субхану ва Тааля сказал, шахру Рамадан, аллази унзила фихин Коран, месяц Рамадан, это тот месяц, в который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Коран. И ниспослан был в ночь предопределения, лайлят аль-кадр. Инна анзальнаху фи лайлати аль-кадр, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, мы ниспослали его в ночь предопределения. Это ночь предопределения, аллати хайр мин альфи шахр, это та ночь, которая лучше, чем тысячи месяцев. Поэтому, когда она наступает, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ищите ее в последние 10 ночей. Поэтому нечетные дни, последние 10 ночей месяца Рамадан. Есть хадисы, которые указывают, что она 27-я ночь. Есть хадисы, которые указывают, что она 25-я ночь. Есть хадисы, которые указывают, что это нечетный день последних 10 дней месяца Рамадан. Опять же, почему она точно не указана, в какой из дней будет, чтобы человек, например, только в эту ночь отдельно поклонялся, а в другие ночи не расслаблялся, чтобы такого не было. Каждый, кто из нас, иншаллах, в эти последние 10 дней завяжет свой изар потуже, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, о нем говорится, «Кэнэ шудду изара», последние 10 ночей он крепче завязывал изар для того, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, еще больше, будил всю свою семью на ночные молитвы. Поэтому, иншаллах, тот, кто из нас, каждый вот эти 10 ночей проведет в поклонении, в благих деяниях, иншаллах, он ее застанет эту ночь. Иншаллах, застанет эту ночь. Отдельно, иншаллах, в одном эфире про эту ночь отдельно расскажем. Сегодня у нас тафсир. Я прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы дал нам баракат, благодать, пользу из того, что мы слышим, берем, и чтобы эти знания мы, иншаллах, используем в своей жизни. Сегодня с нами в нашей вот этой передаче, в нашем этом эфире «Маал Куран фи Рамадан», вместе с Кураном, вместе с Рамадан, из сурат «Аль-Фуркан», аяты из сура «Аль-Фуркан», начиная с 25 аята по 29 аят. Вначале мы прочитаем эти аяты, потом, иншаллах, возьмем тафсир мулаххас, возьмем краткий тафсир об этих аятах. Астаиду биллях, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в этих аятах, начиная с 25 аята Всевышний Субхану ва Тааля сказал: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Здесь, уважаемые братья и сестры, описание, одно из описаний, то, что произойдет в день суда. يَوْمَ الْقِيَامَ يَوْمَ الْآخِرِ последний день. Как говорят ученые, سُمِّيَ بِيَوْمِ الْآخِرِ لِأَنَّ لَا يَوْمْ شَبِيهٌ مِنْ جِنْسِهِ عَلَى يَوْمِ الْآخِرِ «Ля йомун ба'да шабихун джинси». То есть, почему называется последний день, почему называется именно как судный день, как последний день? Потому что не будет больше дня, похожего на этот день.
не будет дня, похожего на этот день. Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля описывает то, что произойдет в этот день. Одно из описаний. «Ваяум это шаккаку самау бильгамам». В этот день Аллах Субхану Ва Тааля сказал, расколется небо бильгамам облаками. То есть и покроется это все облаками. Знаете, что «аль-арв» «вассамават» – земля и небеса – это «халку мин халкилля» – это творение с творения Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля. Это великое творение, более величие, чем людей, как Аллах Субхану Ва Тааля в Коране сказал «лахалку самавати валь-арв». Акбару мин халкин нас. Создание небес и земли – это великое и величие, чем создание людей, говорит Всевышний Аллах. Более великое, чем создание людей, говорит Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля. Сотворил Аллах Субхану Ва Тааля небеса и землю. В Коране сказано: «Аллази халака самавати валь арда фи ситтати айям». Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля сотворил небеса и землю за 6 дней. В другом аяте Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля сказал: «Иза арада шайан фаякулу лаху кун фаякун». Если что-то Аллах пожелает, Он скажет: «Будь», и вот оно. Одним словом, «Будь». Здесь некоторые, то есть, когда читаешь, видишь, как будто кажется противоречие. Здесь Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля в одном аяте говорит, если что Он пожелает, Он говорит: «Будь», и оно будет. В этом аяте Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля сказал, сотворил небеса и землю за 6 дней. Хотя Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля одним словом «будь» мог бы сотворить небеса и землю. Ученые говорят, тафсир говорят, почему Аллах Субхану Ва Тааля не сотворил небеса и землю одним словом «будь», а сотворил за 6 дней, дабы показать нам с вами, людям, то, что во всем есть умеренность. Во всем есть умеренность. Поэтому во всем есть, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Иннама ль-ильма битааллум, усабру битасаббур». Поистине знание приходит через познавание. То есть на сегодняшний день человек родился, и все знания сможет обхватить. И над каждым знающим есть еще более знающий. Как сказано в Коране. Однако над каждым знающим есть еще более знающий. И также невозможно, например, сегодня, в жизни есть постепенно, вначале человек рождается, потом определенного возраста достигает, начинает, то есть, там, ходить, какие-то слова произносить, потом разговаривает, потом он вырастает, поступает там, в школу идет, потом заканчивает школу, в университет, после университета женится, девушка замуж выходит, потом дети рождаются, потом у них другая жизнь, то есть более ответственная, потом их дети вырастают. То есть во всем постепенность. И вот дабы нам с вами показать на это, то, что сразу все нельзя, как бы именно постепенно должно идти, Аллах Субхану Ва Тааля сотворил небеса и землю за 6 дней. Хотя Он мог сотворить это одним словом «будь». Все для Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля легко, не для Аллаха Субхану Ва Тааля понимание, для Всевышнего тяжело, невозможно. Аллаху аля кулли шайин кадир, Аллах Субхану Ва Тааля, Он может все, Субханаху Ва Тааля. Небес, как мы знаем из Корана, саба самават, 7 небес. Также Аллах Субхану Ва Тааля сделал абуабуха, как в Коране сказано, в небесах есть двери, ворота, которые открываются, врата небес. Между небесами есть табакат, есть слои. Между в этих слоях это заполнены все небеса ангелами Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. Неимоверное количество ангелов. Земли тоже арадын саба, тоже 7 земель, но однако даракат, если вниз идет как бы вот эти даракат, между ними нету слоев. Поэтому в Коране, когда мы читаем Коран, небеса приходят как в джама, как множественное число самават, а земля приходит как ард, как земля в единственном числе. Также небеса, которые Аллах Субхану Ва Тааля, на сегодняшний день ученые даже первое небо до конца еще не познали. Однако этих небес 7 небес, как сказано в Коране. Поэтому, когда наступит судный день, перед судным днем, как сказано в сурате Аль-Хакка, то, что в этот день, когда Аллах Субхану описывает небо, говорит «Фахия яума идин вахия», она превратится, небеса превратится в вахия, то есть вахия слово именно взято от «дав», слабым будет, то есть разрушатся небеса. После этого Аллах Субхану Тааля заменит эти небеса и землю на другие небеса и на другую землю, как Аллах в Коране сказал «Яума тубаддалю л-арду гайра л-арду вассамават». Сказано в сурате Ибрахим в судный день, после того, как земля, небеса, они станут слабыми, Аллах Субхану заменит эти небеса другими небесами в судный день и заменит землю. Здесь ученые говорят, или Аллах Субхану Тааля заменит, будет табаддаль кулиян, полностью заменит, то есть эти небеса не будут, другие какие-то небеса будут, Аллах Субхану Тааля поменяет на другие небеса. Некоторые ученые говорят, то, что у вас, то есть именно сура, то есть вид небес будет совсем другими. То есть не новые небеса какие-то, эти же небеса останутся, но они в чем-то поменяются.
وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ. И знание об этом только у Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. И, как сказано, то, что будет открываться небеса, одно первое небо, самая дунья, потом откроется второе небо, потом третье небо, потом четвертое, пятое, шестое, седьмое. И вот Аллах, Субханаху ва Тааля, когда говорит «судный день», «тащаккаку л-ард», «уйом и тащаккаку самау бил-гамам», в этот день, когда разрушится, расколются небеса, все небеса покроются облаком. И вот здесь вот «вануззиля л-малаикату танзиля», Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит, и в принудительном порядке спустятся на землю ангелы. Когда все небеса расколются, раскрою первое, второе, третье, вплоть до седьмого неба, все ангелы спустятся, нуззиля, именно в приказательном, в не по своему, именно по приказу Аллаха Субхану ва Тааля, они все спустятся на землю, аль-ард, на ту землю, на которой все соберутся в судный день, яум-аль-джама, в тот день, когда Аллах Субхану всех соберет, в судный день, все ангелы спустятся с небес, и говорит, что это, что за, для чего они спустятся, для того, чтобы... تنزيل الملائكة إذانا بقدوم الله عز وجل الجبار. То есть это ангелы спустятся перед тем, чтобы указать всем, кто соберутся, предупреждение, то, что сейчас спустится Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, дабы судить. Бикудум, то, что Аллах Субхану ва Тааля придет, дабы судить всех. Вот это вот, перед тем, когда Аллах Субхану ва Тааля будет судить, спустятся ангелы, раскроются, расколются все небеса, и здесь все как бы, все настроятся, что вот это вот как бы начало, начало судного дня, придет Джаббар, кама ялику лаху, как присуще ему, Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, как сказано, маджию ялику биджалали, как сказано в Коране, ва яхмилу арша раббика фаукахум яума ивин тамания. То есть в этот судный день понесут трон Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, в Коране сказано тамания, восемь. Некоторые ученые говорят, что это будет восемь ангелов. Некоторые ученые говорят, что это будет «самани» — это «суфуф аль-малайка», восемь рядов ангелов, восемь сафов ангелов. «Аль-ильму инда Аллах» субхану ва Тааля лучше знает. Это «афрат» — именно восемь ангелов или восемь рядов ангелов. «Аль-ильму инда Аллах» — знание у Всевышнего Аллаха субхану ва Тааля. В хадисе сказано, один ангел, «хамалят аль-арш», один вот кто несет ангел, их будет восемь или, или ангелов, или рядов ангелов. 8. У одного этого ангела расстояние от одного мочка уха до другого мочка уха масирату хамсимиэта сэна. 500 лет ходьбы. Такое расстояние от одного мочка уха до другого уха 500 лет ходьбы. Такой великий ангел. Отсюда что мы с вами понимаем? То есть, если их будет 8 ангелов таких, то какой великий трон Аллаха Субхану ва Тааля? Если их будет 8 рядов таких ангелов, какой великий трон Аллаха Субхану ва Тааля? И тогда сам создатель этого всего, какой он великий. Несмотря на это величие этих ангелов и этого трона, мы с вами понимаем то, что Аллах Субхану ва Тааля ганийюн анил арш ва ман яхмилуна. Аллах Субхану ва Тааля не нуждается даже в своем арше, у него нет нужды в этом, и не нуждается в этих ангелах, которые несут его арш. Ганийюн анил инси ва ман ябудуна. Аллах Субхану ва Тааля не нуждается в своих людях, в своих рабах, которые поклоняются ему. غنيٌ عن الملائكة ومن يسبحونه. Всевышний Аллах Субхану не нуждается в ангелах, которые восхваляют его днем и ночью. غنيٌ عن الجن ومن يرجونه. И Аллах Субхану не нуждается в джиннах. Ни в чем Аллах غنيٌ عن كل شيء. Аллах Субхану ва Тааля ни в чем не нуждается. Он самодостаточный, творец, создатель Субханаху ва Тааля. Поэтому вот эти ангелы понесут трон Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Также люди, Аллах Субхану ва Тааля сотворил людей, и у них есть выбор. فمنكم то есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, из вас тот, кто поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля, فمنكم من آمن ومنكم من كفر, есть кто уверовал, кто не уверовал. إن هديناهم سبيلا إما شاكرا وإما كفورا. Мы إن هديناهم نجدين, то есть мы повели людей по двум пути, кто-то из них шакер, благодарный, кто-то неблагодарный Аллаху Субхану ва Тааля, кто-то ответил на призыв Аллаха, кто-то не ответил на призыв Аллаха Субхану ва Тааля. Но Аллах ни в этих, ни в тех не нуждается. Все, что человек делает в пользу себе или во вред себе. Но ангелов Аллах Субхану ва Тааля сказал, они мин аль-фитра, из природы, у них нет выбора, ослушаться Аллаха Субхану ва Тааля или не ослушаться. Аллах в Коране, описывая ангелов, сказал: «Ла ясуна Аллаха ма амарахум, ва яфалуна ма юмарун». Они никогда не ослушиваются Аллаха в приказах, то, что им Аллах приказал, и выполняют все приказы Создателя Субхану ва Тааля. «Ва мин азими ма нукила анхум». И самое великое, что для нас передано про ангелов, то, что Аллах сотворил их рок'а ан суджада. То есть Аллах Субхану сотворил их кого-то в поясном поклоне,
кого-то Аллах сотворил в земном поклоне. То есть так они постоянно. И не поднимаются они с этого поклона. В таком виде Аллах Субхану Тааля их сотворил. В земном поклоне и в поясном поклоне. То есть с того момента, как Аллах Субхану Тааля сотворил, они так. Постоянно в поклонении Аллаху Субхану Тааля. И когда они поднимут свои головы, يوم القيامة في صدن الدين فإذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة ورأوا وجه ربهم تبارك وتعالى и когда в судный день они поднимут, Аллах им разрешит поднять свои головы и увидят лика Всевышнего Аллаха Субхану Ва-Та'аля, قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك, они скажут: о наш Господь, мы не поклонялись тебе должным образом. Они все время были то, что в поклонении Аллаху Субхану Тааля, в земном или в поклонении в поясном поклоне. Когда в судный день они поднимут голову и скажут: «Субханака ма абаднака хак ибадатик». «О наш Господь, мы тебе, когда увидит лика Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, величие Аллаха Субхану Тааля, красоту Всевышнего Аллаха», в этот момент скажут: «Мы не поклонялись тебе должным образом». «Валя юмкин ли ахад и ан якуна фи кальби хашад мин Аллахи иза кана азима илмин биллах». И отсюда мы что с вами понимаем, уважаемые братья и сестры? То, что богобоязненность в сердце у человека может быть тогда, когда он познал величие Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Эти ангелы, ومن عنده, как Аллах Субхану Тааля говорит, те, кто рядом с ним, имеется в виду ангелы, они знали величие, они познали величие Аллаха Субхану Тааля, и не смотри, на чем больше они познали величие Аллаха, тем больше богобоязненность проникла им в сердце. فَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ كَانَ مِنَ اللَّهِ أَخْوَثْ. Тот, кто лучше знает Аллаха, больше знает об Аллахе, Субхану Ва Тааля, знание о Всевышнем у него больше, этот человек более богобоязненный, чем другой. خَيْرُ الْعِلْمُ, самые лучшие знания, уважаемые братья, مَا رَزَقَكَ الْخَشْيَةُ, самые лучшие знания, это то знание, которое тебе дает богобоязненность в сердце. Это то знание, которое тебе дает богобоязненность в сердце. لَيْسَ الْعِلْمُ مَا يَرْزَقُكَ الفساحه او البلاغه. То есть знание, уважаемые братья и сестры, это не то, что дает человеку красноречие, красивый язык, красиво говорить. Нет, не это знание или знание, которое он берет в университете, после этого получает диплом, вот я отучился. Не это знание, это все альхамдулилля, это успех. Я нафиука шайан ма фи дунья, эти все вещи помогут в каком-то образе в этой жизни. Хороший диплом, альхамдулилля, мы должны стремиться. Я не говорю, что мы не должны ни учиться, ни брать это. Это все, альхамдулилля, это поможет, иншаллах, получить хорошую профессию там, в той или иной области. Но однако из всех знаний, самое лучшее знание, это то знание, которое тебе дает богобоязненность перед Аллахом, Субхану Ва Тааля. Это а'азам ма'ильм, самое великое знание. Потому что Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит в Коране: «Иннама яхша Аллаха мин айбадихи аль-улама». Поистине, боятся Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля знающие. Поистине, боятся Аллаха Субхану Ва Тааля знающие. И куллю ман хаши Аллаху ариф би миқдари хашиати, ва куллю ман аса Аллах фа хуа джахил би миқдари маасиати. То, кто боится Аллаха Субхану Ва Тааля, богобоязнь в сердце приходит через то, чем больше он знакомится с Аллахом, чем больше он берет знания, которое приближает его к Аллаху Субхану Ва Тааля, тем больше он боится и возвеличивает Аллаха Субхану Ва Тааля. И чем больше человек грешит так же, тем самым он джахиль, то есть более становится невеждой перед Творцом Создателем. Потому что человек, если грешит и не стесняется грешить, значит, он не познакомился с Аллахом Субхану должным образом, он не познал величие Аллаха Субхану Ва Тааля. Чем больше он грешит, тем больше он отдаляется от Аллаха Субхану Ва Тааля. И тем самым он отсюда понимает, что он тот, кто более невежд перед Аллахом. И он, у него знания об Аллахе меньше, тем самым он грешит. А чем больше человек познает религию Аллаха Субхану Ва Тааля, тем больше приближается к Аллаху Субхану Ва Тааля и становится богобоязненным. Фаля ильма биль хак илля биль хаша. Нету истинного знания, кроме как с богобоязненностью. Аль ильму нур. Знание – это свет. Знание – это, уважаемые братья и сестры, это не только то, что много писать и читать и заучивать. Нет. Ляйсит би кетрада кара ауль китаба. Не через множество чтения и писания. Аль ильму нур. Яхзифу Аллаху фи кальби ман яша. Ильм, знание – это нур, свет. Аллах Субхану Тааля дает в сердце тому, кого пожелает. Поэтому, когда один из ученых, имам Шафии, арахмуллах, у него была сильная память. И когда он
стала у него плохая память, меньше, то есть слабже, слабая стала память, то есть меньше начал запоминать, он пожаловался своему, спросил своего устаза, своего шейха, ученого Аль-Вакиа. И даже написал в стихотворении, сказал, «Шакавту иля Вакиа су ль-хифзи фа аусани би тарки ль-маасы, фа кала анна ильму нурун, ва нур Аллахи ла ю'та ль-маасы». Он сказал, я пожаловался своему учителю Вакиа, то, что моя память стала слабой. И он мне дал васия, дал мне наставление, дабы я оставил грехи. Дабы я оставил грехи. И сказал то, что знание, фа инна ль-ильма нур, знание это свет, ва нур Аллахи ла ю'та ль-маасы, и свет Аллаха не дается грешнику. Свет Аллаха не дается грешнику. А знаете, какой его грех был? Он когда читал, повторял знания Аллаха, субхану ва та'аля, случайно посмотрел на девушку, у нее была оголенная пятка, и тут же отвернулся, побоялся Аллаха, субхану ва та'аля. И вот это, то, что он увидел, аура, чужой, то есть недозволен для него девушке, это было именно причиной того, что его память была слабже. Тогда уже что говорится о тех людях, которые, валь-айяду биллях, не стесняясь Аллаха, смотрят на аураты, то, что не дозволило им Всевышний Аллах, субхану ва та'аля. Хаша лилля. Также у ангелов один ангел лучше другого ангела. У каждого есть свое положение перед Всевышним Аллахом, субхану ва та'аля, как в сурате Саффат. «Вама минна илля лаху макаму ма'лум». Как они сказали ангелы, у нас у каждого есть свое место перед Аллахом, субхану ва та'аля. То место, которое знает Всевышний Аллах, субхану ва та'аля. То есть дараджат, именно уровни. Аллаху а'лям, Аллах лучше знает, но основной ангел Джибраил, алейхиссалям, это Саидуль Малайка, как говорится, господин остальных ангелов. То есть Аллах, субхану ва та'аля, в Коране сказал, «Яхлюку ма яшау ва яхтар». Аллах, субхану ва та'аля, создает все, что пожелает, и Он избирает, выбирает. Одного один месяц сделал, как Рамадан, лучше, чем другие месяцы. Один день, как Яум аль-Арафа, лучше, чем остальные дни. Одна ночь, как Лейлятуль Кадр, лучше, чем другие ночи. Один посланник, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше, чем остальные посланники. Один ангел лучше, как остальные ангелы. Одна книга, Писание, Коран, лучше, чем другие. Все они от Всевышнего Аллаха, субхану ва та'аля, но именно фиддараджат перед Аллахом, субхану ва та'аля. Из Корана мы понимаем, что есть сядатуль маляйка. Сядатуль маляйка – это основные ангелы, так скажем, которые самые такие приближенные ко Всевышнему Аллаху, субхану ва та'аля. Их четыре – это Джибраил, алейхиссалям, Микаил, Исрафил и Малек аль-Маут. Джибраил, алейхиссалям, потому что Аллах, субхану ва та'аля, его очень много в Коране отдельно о нем говорит. Рух, именно дух, ангел Джибраил, алейхиссалям. О нем часто Аллах Субхану упоминает его в Коране. «Куль ман кана адуа лиллахи ва малайкати ва кутубихи ва русулихи ва Джибрила». То, кто является врагом для Аллаха, лиллахи ва малайкати, его ангел, ва русулихи, его посланникам, и отдельно говорит «ва Джибрила» и Джибраил, алейхиссалям. Также Микаил, алейхиссалям, «ва Микаля», о нем отдельно Аллах Субхану сказал в Коране. Исрафиль, алейхиссалям, это тот, который будет дуть в горн. Йома юнфаху фиссур. Тогда, когда дунет в горн, в судный день, имеется в виду Исрафиль, алейхиссалям, и Малек аль-Маут, ангел смерти. Кул ятаваффакум Малек аль-Маут. Скажи вас, ваши души заберет Малек аль-Маут, ангел смерти. Также хамалатул арш, те ангелы, которые указаны в Коране, те, которые будут нести арш, трон Аллаха Субхану ва Та'аля, и те ангелы, которые будут делать таваф, еще помимо тех, которые несут, будут делать таваф вокруг трона Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. Аллах в Коране сказал, «Алладина яхмилуна л'арша, ва ман хавуля». Те, которые несут трон Аллаха, и это те хамалатул арш, те, кто несут, помимо них и те, кто вокруг него. Это другие уже ангелы. Хамалатул арш – это одни ангелы, и те, кто ومن حولك, те, кто вокруг трона делает таваф, это другие ангелы. Поэтому также ангелы, они бывают, человек, чтобы быть близко от ангелов, если хотите, скажите, или что сделать, чтобы мы были близки от ангелов, или ангелы были близки от нас. Есть хадисы, как сказано, когда тот, кто читал фаджр намаз и аср намаз, в это время ангелы Тахзур, именно приходит на эту молитву и дела возносит ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва та'аля. Поэтому, если человек близок от ангелов, то он близок к благу, ко всему благому. Если человек близок от ангелов, то он близок ко всему благому. Если человек далек от ангелов, он далек от Аллаха, субханаху ва та'аля, и он близок к шайтану.
وهو للهلاك أقرب. И этот человек к уничтожению ближе. Валлаху а'лам. Поэтому, альхамдулля, вот в этих случаях, уважаемые братья и сестры, утреннюю молитву читать вовремя. Аллах в Коране говорит: «Инна салата канат аля муминина китаба маукута». Поистине молитва, намаз, Аллах вам приказал читать своевременно. Однако, также касательно Кур'ана аль-Фаджр, «Инна Кур'ана аль-Фаджр кана машхуда». Аллах субхана говорит в Коране, в сурате Исра, касательно чтения Кур'ана на утренней молитве, поистине это машхуда, оно будет свидетельствовать. Имеется в виду машхуд, то есть ташхаду аль-малайка. На это чтение утренней молитвы приходят ангелы. На это чтение утренней молитвы приходят ангелы. Также аср. После аср ангелы возносят деяния человека, которое он совершил за этот день к Аллаху Субхану ва Та'аля. И Аллах Субхану ва Та'аля, как вы спрашиваете, задают вопрос, как вы оставили моего ангела? Приходят другие ангелы, меняются. Мы его оставили в поклонение. Мы застали, когда другие ангелы пришли, мы тоже его заставили в поклонение себе, о Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля. Также вот сейчас мы с вами сидим и изучаем Коран. Альхамдулля. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, сказал, «Тахфум малаика». Ангелы окружают этот кружок, тот кружок, где упоминается имя Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. После этого Аллах, субханаху ва та'аля, сказал, «Яума ташаккаку самау бильгамами, ва нуззиля аль-малаикату танзиля». И ангелы спустятся, как мы сказали, по приказу Аллаха, субханаху ва та'аля, на эту землю. Все, начинается судный день. Аллах, субханаху ва та'аля, приходит, хамалату аль-арш, те люди, те ангелы, которые несут его арш, арш трон Аллаха Субхану Тааля, сейчас будет судить Всевышний Аллах Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля говорит: «Аль-мульку яума идзин аль-хаку лир-рахман». В этот день аль-мульк, власть, яума идзин, в этот день имеется судный день, аль-хак, истинный, лир-рахман, для милостивого. Ва кана яуман аля-ль-кафирин асира. И этот день, судный день, будет тяжким для неверующих. Вот здесь, уважаемые братья и сестры, Калиматуль-хак, слово хак, истина, имеется в виду, что истинная власть будет принадлежать только Аллаху Субханаху ва Та'аля. В этой жизни власть есть у людей. Один человек может повелеть другому человеку, приказать что-то и так далее. Один есть такое понимание, как король, принц, губернатор, президент, там директор, директор компании и так далее. В судный день таких пониманий не будет. Будет понимание, все будут рабами Аллаха, и один только будет властелин, один будет царь, один только будет правитель, Аллах Субхану ва Та'аля. Все остальные будут аль-ибад, все будут рабами Аллаха Субхану, как и в этой жизни они рабы, и также в судный день. Не будет ни у кого на голове короны, там не будет никого-то на троне, не принесут, у кого-то отдельная одежда, которая отличает одного человека от другого. Нет. Аллах в Коране Субхану ва Та'аля сказал: «Ин куллю ман фи самавати валь арди илля ати ар-рахмани абда». Все, кто в небесах, и все, кто на земле, все они являются рабами Аллаха Субхану ва Та'аля. И ангелы, и джинны, и люди. Какие бы они ни были, высот в этой жизни достигали, никто не сможет кому-то повелеть что-то сделать. Никто не сможет другому приказать. Никто не сможет один на другого голос поднять. «Ла тасмау илля хамса». В этот день только шепот будет. Один Аллах Субхану ва Та'аля. И все вместе придут, как сказано в хадисе, «Хуфатан, уратан, гурля». То есть все придут босыми, то есть без одежды. То есть как так, как родились они. Ни у кого не будет с собой там чемодан денег или какое-то что-то там, деньги, там власть или еще. Все, ничего нет у тебя. Поэтому Аллах Субхану ва Та'аля в этом аяте сказал «хак», именно истинная власть. Все остальное, это, отсюда мы понимаем, что это сури, мульку сури. То есть, так скажем, власть, которая образна, которую человек в этой жизни сделал, то есть набрал там и так далее. Но однако истинная власть будет в судный день только у Аллаха Субхану. Никто не сможет больше проявлять свою власть, кроме как Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля. И отсюда мы что понимаем? То, что каждый человек, то есть не будет отдельный там, например, скажем, тот, кто был правителем, его первого спросит, все будут стоять в очередь перед Аллахом Субхану ва Та'аля. Каждый одного, каждого Аллах Субхану ва Та'аля будет судить. Преуспеют богобоязненные люди, которые были ближе к Аллаху Субхану ва Та'аля в этой жизни. Были к Аллаху Субхану ва Та'аля ближе к этой, в этой жизни. Поэтому, уважаемые братья и сестры, каждый человек уйдет к Аллаху. Ля мухаль. То есть нету в этом сомнения. Этого не сбежать. И верующий уйдет к Аллаху. И неверующий уйдет к Аллаху. И богатый уйдет к Аллаху. И бедный уйдет к Аллаху. И правитель уйдет к Аллаху. И подчиненный уйдет к Аллаху, субхану ва та'аля. И праведный уйдет к Аллаху. И грешник,
к Аллаху Субхану. То есть все уйдут к Аллаху Субхану Ва Тааля после смерти. Закончил, сердце остановилось, человек умер, положили его в могилу, все, он ушел к Аллаху. Валяки мани саид. Однако, кто счастливый человек? Ас-саид. Ман захаба иля Аллахи фи хаяти. Счастливый человек это тот, кто ушел к Аллаху при жизни. Ушел к Аллаху, пошел к Аллаху при жизни. В поклонениях. Вере Аллаху Субхану Тааля, направился к Аллаху. Все уйдут. Но однако счастливый это тот, кто направился к Аллаху, еще будучи живым. Поэтому туба лиман салля кабля ан юсалля алей. Именно можно обрадовать человека и сказать ему, ты счастлив тот человек, который молился перед тем, как молились за него. То есть перед тем, как его, за него джаназа, погребальную молитву читали, он сам читал. Этого человека можно обрадовать. Ман ардаллах кабля ан лакия. Счастливый человек, тот, кто сделал Аллах, то сделал так, что Аллах доволен им перед тем, как он встретился с ним. И тот, кто познал Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Этот человек счастливый. Отсюда мы поняли то, что истинная власть принадлежит только Аллаху. Ему только власть принадлежит. Как Аллах в Коране говорит, «Лиманил мульку льяу, лиллахи львахиди льгахар». Кому принадлежит власть? Принадлежит одному Аллаху, Субхану ва Тааля, победителю, Всевышнему, Создателю, Творцу. После этого Аллах, Субхану ва Тааля, сказал, «Аль мульку яума идин льхак». Власть истинная в этот день кому? Лир-Рахман. Лир-Рахман принадлежит милостивому. Будет принадлежать милостивому. Вот этот ая, это самое великое, то, что нам с вами дает надежду и хусну ванну билля, именно думать прекрасно об Аллахе, субханаху ва тааля, именно в этом аяте. Аллах Субхану ва Тааля сказал, то есть мы увидели, какой, сейчас поняли, какой будет страшный день, небеса, Аллах Субхану ва Тааля говорит, разрушится, все разрушится, ангелы спустятся, Аллах Субхану ва Тааля по своему величию будет судить, придет, и Аллах Субхану ва Тааля сказал, власть принадлежит, истинная власть, кому? Милостивому. У Аллаха Субхану ва Тааля 99 имен, Аллах не сказал ли джаббар, великому, Аллах Субхану ва Тааля не сказал ли мунтаким, тому, кто будет наказывать, нет, кому? Милостивому. Милостивому. И отсюда для верующего человека, что ли, кейатма инна кальба, чтобы его сердце успокоилось. То, что тебя будет, нас, меня и вас, судить кто? Милостивый. Милостивый Аллах Субхану ва Тааля. Здесь именно Аллах Субхану ва Тааля сказал, не сказал тот, у кого сильное наказание, не сказал великий, а именно милостивый. Это дает утешение для сердец, то, что мы с вами надеемся. Какие бы деяния у нас с вами не были перед Аллахом, однако попадем мы в рай только по милости Аллаха Субхану ва Тааля. А милость Аллаха безгранична. Как сказали одному саляфу салях, хотел бы, чтобы тебя судил в судный день твои родители или Аллах. Как бы родители не любили ребенка своего, но он сказал Аллах Субхану ва Тааля. Ляннаху архаму би мин абати ва умми. Потому что Аллах более милостив ко мне, чем мой папа и моя мама. Ва кана йоуман аля аль-кафирина асира. И этот же день, также Аллах Субхану ва Тааля отношение к милостивым сказал, будет по отношению к верующим милостивый судить, а для неверующих, Аллах Субхану ва Тааля говорит, для неверующих, те, которые не познали Аллаха Субхану ва Тааля, те, которые ни разу не поклонились Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, не уверовали в Аллаха Субхану ва Тааля, сочли знамения Аллаха недостоверными, неверными, по своему высокомерию отдалились и подумали, что они могут жить в этой жизни, не поклоняясь Аллаху Субхану ва Тааля, и они не зависят никоим образом от Всевышнего. Они обманулись в этой жизни, пошли за шайтаном, стали неверными, не уверовали в Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля говорит, ну для них, для неверующих будет тяжким этот день. Этот день будет тяжким. Поэтому касательно Ар-Рахман, милостивый, ля юкалю ли гайри ля аннаху Ар-Рахман, никого нельзя назвать помимо Аллаха, Рахман, милостивый. Это именно имя из имен Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Можно назвать в арабском языке Рахим, милосердный. Как Аллах, Субхану ва Тааля, говорит касательно посланника Аллаха, саллаху алейхи салям, «Вакана биль муминина рауфа рахима». Относительно к верующим, посланник Аллаха был
добрым и был милосердным. Однако Рахман – это сифа мин сифат Аллаха Азза ва Джалла. Это именно атрибут, который касается Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Асир будет день тяжким для неверующих. Как сказал Аль-Асфахани фи Муфрадат, что такое асир, именно слово тяжкое. Яни ай ла юсра фихи аля ахли аль-куфр. Не будет облегчения в этот день для ахли аль-куфр, для неверующих. Не будет никакого облегчения для неверующих. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля, как мы с вами верим в Аллаха, чтобы на этом имане и покидали эту мирскую обитель. Аминь. После этого Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: "Ва яума йаъдду адз-залиму аля йадайхи йакулу я лайтани иттахадту маъ ар-расули сабила. Я вайлата лайтани лам аттахидз фуланан халила". И йаъдду адз-залим, в этот день адз-залим, притеснитель, грешник, будет кусать свои руки от сожаления и скажет: "Ох, если бы я взял бы путь посланника. Если бы я взял путь посланника, я вайлата лайтали лам аттахид фуланан халила. О, горе мне, если бы я не брал бы такого-то человека, свои друзья, соратники". Ученые говорят, что этот ая был ниспослан кто-то валим, то есть именно валим касательно в этом аяте притеснитель, который будет кусать свои руки. Кто это? Ниспослан был этот ая по отношению одного из людей, Уқба ибн Аби Муайет. Уқба ибн Аби Муайет, касательно него был ниспослан этот аят. Он был курайшитом и хотел принять ислам. И потом уже Убей ибн Халаф и Ахуху Умей, то есть Убей ибн Халаф и его брат Умей, они его отзывали: "Зачем тебе нужен ислам? Не принимай ислам". И он так не принял, вернулся и умер. И вот этот залим, то есть, ну даже если этот ая был ниспослан по отношению к его, то хукм этого аята на всех распространяется. То есть будет кусать свои руки от сожаления. Будет кусать свои руки от сожаления. Почему будет кусать руки от сожаления? Обычно, когда человек что-то, когда сожалеет, он что? Он берет указательный палец и кусает его, да? Эх, зачем я так сделал? Как говорится, араб, поговорку арабов. فكأنني سبابة متندمي. فكأنني سبابة متندمي. Я подобно указательному пальцу, который сожалеет. Имеется в виду, когда кусает, сожалеет. Но в судный день будет таково сожаление, то что он не заметит, как будет кусать палец и полностью руку. Полностью возьмет и будет кусать руку. То есть такое будет сожаление в судный день. То есть он скажет: "Горе мне, лучше бы я взял бы путь посланника". Имеется в виду Расуль, если это из уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, если это ая касательно Уқба, как говорят некоторые ученые, то имеется в виду, я бы лучше взял путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Если это хукм распространяется также аята на всех, имеется в виду сейчас, каждый, кто призывает к пути Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, человек не отворачивается, не берет этот путь, а заменяет его путем, другим путем, который не приближает ко Всевышнему Аллаху, грешным путем, этот человек, каждый, когда ему приходили с аятами, когда к нему приходили со знамением, он будет сожалеть. И до того сожалеет, будет кусать себя до локтя. Горе мне, эх, горе мне, если бы я взял бы путь посланника, лайтани аттахадту маъ ар-расули сабила, я вайлата, о, горе мне, лайтани лам аттахид фуланан халила, если бы я не взял бы этого соратники свои. То есть имеется в виду, если касательно Уқба ибн Аби Муайет, он будет говорить: если бы я не взял бы себе в соратники Убейя ибн Халафа, его брата Умейя, которые меня именно как бы отзывали от ислама. И также каждый человек, который пошел не по тому пути, он будет сожалеть. Почему я с этими людьми общался? С грешниками, которые меня всегда приглашали на греховные, которые меня приглашали на те меджлисы, на те мероприятия, где ослушивали Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Почему я не ходил вместе с праведниками? Это будет надам. Это будет такое вот сильное сожаление. Вакана шайтан, лакад аддаллани ани зикри ба'да из джаани. Ведь меня этот человек сбил от зикра, от поминания Аллаха, после того, как оно мне пришло. То есть после того, как я познал Аллаха, познал прямой путь, я там познакомился с таким-то человеком или послушал такого-то, и отдалился от этого пути. Вакана шайтану линисани хадуля. И шайтан, сатана, он оставляет в беспомощи человека. Об этом тоже сказано в Коране. Вакала шайтану. То есть в Коране описывается, в судный день, когда шайтан придет к Карин, вот этот шайтан, который сбивал человека, и человек будет на него валить. То есть ты меня сбил с прямого пути. Шайтан скажет, что «Ла талямуни валюму анфусакум, ма ана бимусрахикум, ма антум бимусрахи».
То есть он говорит, не обвиняйте меня. То есть он оставит судный день. Шайтан оставит судный день того грешника, который следовал за шайтаном. Он скажет, меня не обвиняйте, самих себя вините. То есть я вас... وَمَا كَانَ لِعَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. У меня не было над вами власти. Я вас только пригласил на грех, вы мне ответили. Я вас не заставлял, я вам приукрасил, вы ответили на мой призыв. Поэтому самих себя вините. Шайтан даже оставит этого человека в судный день. Поэтому, уважаемые братья и сестры, касательно вот этих аятов, хотелось бы сделать некое такое напоминание из жизни. Опять же, вот, когда работаешь, вот работаю имамом в мечети, часто приходят к нам две категории людей. Одна категория – это молодые ребята, которые, альхамдулля, молятся, постятся, ведут правильный образ жизни, альхамдулилля. И их родители думают, что они стали какие-то фанатами, религиозными фанатами и так далее. Зачем? И приходят дети и плачут, и говорят, папа, мама меня из дома выгнал. Папа со мной не хочет общаться, мама со мной не хочет общаться. Почему? Потому что я читаю намаз, потому что я держу пост. И тогда я думаю, субханаллах, ну понятно то, что каждый отец, каждая мама желает для своего ребенка только блага. Какое может быть тут оправдание? Может быть, они по телевизору там плохо что-то о религии увидели и так далее, не познакомились сами с Аллахом, не знают, что такое Аллах, не знают, кто такой Аллах, не знают, что такое Ислам, не знают, что такое Коран. И они судят, думают, что вот их сын там сейчас начал молиться, он старомодный, он и так далее, там, он оставит сейчас университет или еще что-то там. Вот эти родители, субханаллах, мне жалко таких родителей. И хотелось бы обратиться к этим родителям и сказать, благодарите Аллаха, субхану ва та'аля, то, что ваши дети поклоняются Аллаху, субхану ва та'аля, то, что ваши дети, иншаллах, помилуйся Аллаха, могут быть заступниками за вас в судный день, то, что ваши дети, альхамдулля, может быть, это ваш ключик к краю, то, что ваши дети, альхамдулля, сегодня не наркоманят, ваши дети не алкоголики, которые на улице распивают. Их не надо вам бояться за них искать, они там где-то ночью на дискотеках и так далее. Чем занимаются? Где-то там собираются в местах, там наркотики принимают. Альхамдулля, ваши дети поклоняются Аллаху, субхану ва та'аля, на прямом пути, на религии Аллаха, субхану, которая распространяет мир. Вы хотели бы, чтобы ваши дети сегодня были наркоманами? Вы хотели, чтобы ваши дети не были в обществе, в кругу, в том кругу, где возвеличивается Аллах. Вы хотели, чтобы ваши дети лучше, пускай он будет модным, ходит по дискотекам, делает прелюбодеяния, и чтобы о нем отзывались, так и о вас же, о родителях. Вот хочется вот докричаться до таких родителей. Проснитесь. Проснитесь. Завтра вы ляжете в могилу. Аллах будет спрашивать каждого из нас. Первое, за что он из нас просит, аня-саля, за нашу молитву. За наши намазы, за наши молитвы. Ваши дети, альхамдулля, за вас дуа делают. И вторая категория, когда приходят родители и плачут. То, что наши дети, я не могу свою дочку найти, она там, вот опять же ко мне приходили, там где-то собираются, наркотики принимают, вот распивают алкоголь, некрасивый образ жизни ведет. Вот эта девочка, будущая мама, который будет своих детей воспитывать, а сейчас она там с парнями гуляет и так далее, или парни, астагфуллах, которые там мужчины нашей уммы, которая должна быть гордость нашей уммы, ходит там, субханаллах, харамными вещами занимаются, наркотики принимают, слабые, они показывают, что они сильные, в грудь себе бьют, но однако они слабые, свои подчинили, свои на всю шайтану поддались, которые распивают алкоголь, которые зина делают и так далее. И к чему я это все веду, уважаемые братья и сестры? Валлахи, если у кого нет ревности за религию и любви по отношению к своим братьям и сестрам, мы должны желать то, что желаем себе и всем остальным. Счастье, истинное счастье в поклонении Аллаху. Счастье, истинное в поклонении Аллаху, субхану ва та'аля. Нету более счастья этого. Из малядати дуния, из этой дуния красоты дозволено, альхамдулиллах, вы и мы видели много что. Но однако, от чего наполняется радостью сердце, когда ты можешь возвеличивать Аллаха, субхану ва та'аля. И тем самым вот это твое поклонение не противоречит твоей этой жизни. Ты также учишься, также работаешь, зарабатываешь, там на семью тратишься. Так, ну, из халяльного, из правильного. Поэтому хотелось бы привести историю. Когда учился в Саудии, наш шейх Мухаммад Аль-Арифи рассказывал историю, когда посещал тюрьмы с дауатом, чтобы делать дават, призыв,
зашел, то есть проходил, и были зинзаны, то есть такие тюрьмы, где человек по одному сидят, камера по одному человеку. И говорит, я спросил у начальника тюрьмы, кто здесь. Здесь те, которым кисас, смертная казнь. И увидел одного, один 18-19 лет молодой парнишка сидит в этой, кому кисас, кому смертная казнь. И когда он меня увидел, он, саламу алейкум, шейх Мухаммад. То есть так он меня поприветствовал, саламу алейкум, шейх Мухаммад. Как? И видно в его общении, то, что этот парень не такой хулиган, но в нем что-то есть из-за религиозного, любовь к ученому, любовь к религии. И когда я спросил у начальника тюрьмы, спросил, за что его посадили? Ему смертная казнь? Да, ему смертная казнь. За что ему? И он рассказал его историю и плакал. Пусть эта история будет примером, это живая история, примером для родителей, для детей. Этот мальчик был богобоязненным. Ходил в мечеть, поклонялся Аллаху, субхану ва тааля. Также он в университете параллельно учился. У него было общество, братья, которые вокруг него, которые дружили ради Аллаха. Знаете, в чем разница дружить ради Аллаха и не ради Аллаха? Когда человек ради Аллаха дружит, он твой преданный брат. Он тебе желает добра. А не, когда не ради Аллаха построен дружба, ради чего-то. То есть ты сегодня ему нужен, завтра у тебя денег нет, ты ему не нужен. Он от тебя что-то хочет. От тебя этого нет, он тебе не позвонит. Звонит, когда только ему что-то надо. А ради Аллаха это другая, это совсем другое. Это тот, кто это прочувствовал в своем сердце, и у кого есть вот это братство, он знает, о чем я сейчас говорю. Это великая милость. И говорит, они вместе ходили, молились. И вот этот парень, его отец уже рассказывает историю начальнику тюрьмы. И начальник тюрьмы пересказывает шейху Мухаммаду Арифе. Этот парень был самый такой, как бы, усердный среди всех этого джамаата. То есть он всегда, альхамдулля, больше Корана читал, больше Корана изучал, повторял, адан иногда давал в мечеть. Иногда, когда имам не смог приезжать, ему звонил, сегодня проведи намаз там, в нашей мечети. Альхамдулля такой. Отец, то есть разные, опять же, асабиак мушсава, то есть наши пальцы не все одинаковые, на руках пальцы разные. И аль-арду ля тукаддису ахада, земля никого не делает святым. Если человек думает, если я буду жить в Мекке, я буду более богобоязнен. Нет, есть люди в Мекке, встречал я людей, которые ни разу хадж не делали, которые в Аль-Харам работают рядом с Аль-Харамом, имам в мечети приводит, проводит намаз. Люди с востока, запада, со всех уголков мира приезжают, чтобы один намаз, чтобы 100 тысяч саваба за один намаз взять. Люди, которые бывают, альхамдулля, таких меньше, но бывают, которые даже не заходят на намаз. И вот это вот его отец, у него как бы, он смотрит, то, что сын какой-то, ну, не модный, что ли. И подошел к сыну, говорит, слушай, говорит, ты, говорит, посмотри на себя, приведи себя в порядок. Вот эти волоски, имеет в виду борода, он еще там был, молодой был, в то время 17-16 лет. Волоски, которые тебя сразу сбрей, поменяй одежду, короткую одежду у тебя, то есть один длинный там, и поменяй друзей. Кто с тобой вокруг тебя ходит там? У вас что там, мечеть ходит и так далее, там, займись. Я хочу, чтобы ты, когда вырастешь, чтобы стал там, как вот у некоторых родителей сейчас тоже говорят, то есть грамотным, а ведь астагфурла думаешь, что ислам или религия Аллаха, знание Аллаха, это дело человека неграмотно, у них такое понимание, потому что они сами не познали это, в сердце им не проникло. И он... Как мог, говорит, нет, папа, я не смогу это. Альхамдулля, я выбрал путь, Аллах меня наставил, альхамдулля. То есть, хотя отец, наоборот, должен был побуждать своего ребенка молиться. И в один прекрасный момент отец привез ключи от Toyota Camry и повесил вот так вот на двери, говорит. Но даже если можно подумать, что и взрослый человек, если ему новую машину подарит, у кого-то может соблазн быть. А это что, 17-летний юноша? Он говорит, хочешь эту машину? Говорит, да. Сбрей, я тебе сказал, вот эти волоски, поменяй друзей, поменяй одежду, то есть нормальный образ жизни веди, то есть там и будь нормальным мужчиной, в его понимании. Он думал долго это, и потом все-таки поддался этому, юноша поддался этому. Ездил на машине, по ночам выезжал. Обычно, когда человек меняет образ жизни, общение людей тоже меняется, коллектив, в котором он. И уже другие стали друзья. Они подъезжали ночью с музыкой, громко музыка в машине. Курить начали вместе там и стафула намаза пропускать. Те братья его звали, он говорит, да-да, я потом созвонил с ним, попозже меня не ждите. Имам уже не отвечал на телефон.
И в один момент они поехали, выехали в пустыню, взяли с собой алкоголь. Почему пустыня? Потому что в Саудии нигде не продается. Где-то они как-то нашли. И чтобы их никто из полицейских не поймал, в пустыню выехали. И начали пить и курить. И друг его, который новый друг, так скажем, в кавычках, когда опьянел, начал приставать к этому другу. И этот, защищая себя, взял нож и пырнул его и убил. За это смертная казнь, если человек убил человека предметом в шариате, или смертный, это опять же, у нас нету самосуда, если в государстве такой закон есть, касательно шариату, как в Саудии, или смертная казнь, или должен за него выкуп платить, если родственники будут согласны, или они должны простить. Его родственники этого убитого своего ребенка сказали, нет, только смертная казнь. И начальник тюрьмы говорит, через неделю ему будут рубить голову. Валлахи, говорит шейх, отец его заходит, когда его навещать в последние дни. Представляете, понимаешь, что ребенку скоро будет смертная казнь. Отец говорит, не могу я, говорит, захожу вот так вот, чтобы посмотреть в глаза сыну, в глаза не могу посмотреть, опускаю голову. И говорит начальнику тюрьмы, говорит, я, говорит, понимаю то, что я ни одного человека убил, а я двоих убил. То есть мой сын стал причиной, то есть по моей причине убил одного, и его тоже сейчас казнят. Я не могу это себе простить. И когда, говорит, поднял глаза и посмотрел в глаза сыну, увидел, как его глаза слезятся, и говорит, почему ты, за что ты так со мной, отец? Почему ты так со мной поступил, папа? И он говорит начальнику тюрьмы, я вижу, как его прошлые друзья, которые были, они сейчас, кто-то из них, мой сын лучший из них был, эти, кто-то из них, альхамдулилля, там, имамом стал, один муаззином стал, и также они работают, альхамдулилля, и также у них дела идут хорошо из дуния. Они, машалла, праведники, искренние братья, то есть друг друга не ставят. А эти друзья даже не пришли, говорит, к нему навещать. И самое интересное, знаете, что потом шейх рассказывал, я созвонился когда с начальником тюрьмы, когда уже его казнили и похоронили, отец рассказывает, пришли, говорит, хранить его, и пришли старые друзья, праведники, которые дружили с ним ради Аллаха, похоронить его. Говорит, новые друзья, которые джахили вот эти, которые собирались на греховное, никто не пришел из них. А пришли, когда узнали о его смерти, старые друзья. И все разошлись, даже родственники, после того, как похоронили. А вот эти братья, которые с ним дружили ради Аллаха, остались после того, как похоронили и делали дуа за него. Аллаху магфир ляху ва саббит. Аллах, прости его и укрепи его. Вот это братство ради Аллаха. Вот это дружба ради Аллаха. Поэтому, если видите, опять же говорю, по общению, по общаюсь, когда в мечети, вижу с разными людьми, встречаюсь, с родителями, с их детьми, с детьми тоже. Родители, будьте бдительны по отношению к своим детям. Самое счастье, это когда, валлахи, ваши дети в поклонении Аллаху, субхану ва та'аля. Самое счастье, альхамдуль, самое великое счастье. Это то, что принесет вам пользу в этой жизни вечной. Альхамдулилля. И сожалеть не будет о чем потом, только, альхамдулилля, радоваться. И опять же, если видите, Аллаху алям, ну, в большинстве случаев, если ваши дети в чем-то поменялись в подростковом возрасте, то посмотрите на то, с кем они общаются, какой их круг общения. В основном, все, большинство, что зависит от круга общения. Если круг общения грешники и собираются на харамном, то нужно менять круг общения. Нужно об этом позаботиться. А менять это, знаете, как не палкой своих детей бить, не ремнем, а он должен понять, должен полюбить. Полюбить Аллаха, полюбить религию Аллаха, субхану та'аля. И тогда изменится, иншаллах. По милости Всевышнего Аллаха, субхану та'аля. Извините за Италию, извините, что сегодня долго так затянулся у нас эфир. Обычно мы короче, альхамдулилля, делали. Я прошу Аллаха, субхану та'аля, чтобы дал нам баракат, благодать из того, что мы с вами слышали. Я прошу Всевышнего Аллаха, субхану, чтобы укрепил нас на этой религии. Альхамдулилля, мы с вами счастливые люди в Аллахе. То, что мы верующие, то, что мы мусульмане, альхамдулилля. Сейчас последние 10 ночей, иншаллах, дай Аллах, субхану та'аля, чтобы мы поклонялись искренне Всевышнему Создателю, субхану ва та'аля. Барак лафикум, ва джазакум лахайр, иншаллах. Дай Аллах, до новых встреч. Как Аллах, прошу Всевышний Аллах, субхану ва та'аля, как Аллах нас вместе собрал здесь в этом эфире,
Пускай Аллах Субхану Тааля вместе нас соберет в джаннат аль-фирдаус, иншаллах. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум.